Доброго времени суток, дорогие друзья. И как и обещал, это у нас вторая машинка от того же автора Владислав МС Шаман. Это у нас Бомбас, по-моему, так это называется. Вон, у меня кошка со шкафа спрыгивает, все весело. Так, сразу предупреждаю, в управлении я совершенно не разбирался. Мне мой связной все скидывал. Но, тем не менее, я вообще поленился, и времени у меня чуть не хватило всем этим разобраться. Я знаю, что с помощью клавиши L... Так, ускорим время, что-то слишком замедлил. Мы цепляем бомбу. С помощью 5 и 8 на нумпаде мы ее поднимаем. Вот, да. Я умею ее поднимать. А вот кидать я ее не умею. Так, с помощью стрелочек мы двигаем пушку и огнемет спереди. На 0 на нумпаде. О, я скинул на себя бомбу свою же, да? Схвати ее, пожалуйста. Ну, схвати. Опачки, у меня появилась идея, как стрелять. Ну, не суть. На 0 на нампаде мы, у нас включаются боковые и задние огнеметы. Вот вы их сейчас видите. Так, все-таки бомба взорвалась. Так, еще раз. На 0 у нас включаются боковые и задние огнеметы. На плюс... Да, плюс... Что у нас на плюс происходит? Не помню. На звездочку мы стреляем из пушки. Это я точно помню. На какую-то кнопку у нас еще стреляет передний огнемет. Вот на какую? О, на минус. На минус у нас стреляет передний огнемет. На пятерку у нас стреляет верхний огнемет. На пятерку не на нампаде, а на пятерку уже на обычной клавиатуре. И как бы все, она ездит, давит всех. Еще прошу заметить, у нее независимая подвеска. То есть она вообще отлично проезжает по трубикам. И у нее... Где она? Где это было? Вот. Вот эта передняя часть у нее... Вот она у нее поднимается. Точнее, это она опустилась. Так, как ее поднять? Как тебя поднять? Родная, поднимайся. Вот, на 9 на нампаде мы ее поднимаем, на 7 мы ее опускаем. Итак, с вами был Форс. Спасибо, что посмотрели. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, оставляйте свои комментарии. Всем спасибо за внимание, всем удачи, всем пока.